Так, раз, два, три, четыре, пять. Кажется, я записываю видео для Ютуба. Ну, на самом деле, надо сыграть турнир лактеста от Веронеста. Вот, поэтому решила без стрима пока что сыграть. Так, и мне надо найти моего оппонента. Он либо ок, либо... Ага, апчхи. Апчхи. Так, как мне к нему присоединиться? Я просто это... 100 лет не играла в героев. А тем более без стрима, без чата. Как без чата-то играть? Так, здесь цвет монетка. Монетка цвет. Угу. Так, и здесь надо будет сделать сохранение, и надо без паролей. Поехали. Поехали. Прухать. Пока никто не видит, значит. Пароль он убрал. Хорошо. Значит, сразу надо сохранение сделать. А что это такое? А я не играла в... А чего это такое тут? Тут еще и таймер. Так, подожди-ка, это надо забирать, нет? Так, подождите, я ни разу не играла этот шаблон. Это что вообще такое? И как туда пройти? А как мне за клинком Армагеддон? А, подождите, а если я крылья ловлю, то чего? Что происходит вообще? Надо было, наверное, хотя бы разочек сыграть. Дай 12 гнолей. А тут гнолей мародеров. У меня нет таких. Так, а книжку мне сразу дали, да? Мудрости нет. Восьмая броня, 3-3. Хасту какую-нибудь заролить. Нет. Защиту от воздуха заролим. Так, ну что у нас тут? Сопротивление чуть. Помех очень много. Помех много. Так, этих так, да, ставим. Погнали. А как вообще к ним пройти? Я что-то не поняла прикола. Что тут вообще на карте происходит? Что тут происходит? У меня еще типа и замок есть. Прикол вообще. И вокруг повсюду гнали. 70 маны, да, на второе СП. Защита от воздуха могу кинуть. Давай кину. 7-7 статы, так-то ничего. Но по идее он меня пробивать не должен. Блин, а я точно запустила... Запись, да, не трансляция, нормально. Так, а точно идет, да, точно. Все нормально. Без паники. Так, а минуточку. Так, у меня первая скорость, да?
Ладно. Ну, пока выглядит, как будто бы выиграем мы, да? Архидьявол, если там... Что это? Ледяная молния на 50. Блин, жесткая. Ну ладно, у меня аспид еще есть. Точнее, змей. Змей. Через вейт попробуем. Блин, у меня сопротивление так-то должно быть. Должно быть, но нет. Эти свиньи на свиней. 17. Тут самые жесткие скорпикоры. Если их вырубим, в принципе, остальных, я думаю, мы запинаем как-то. Это вторая атака, конечно, никчемная. Абсолютно. Вся моя надежда на архидьявола. Блин, дожили скорпикоры быстрее, чем змеи. Здорово. Подставляюсь под скорпикор, потому что боюсь... Потому что он меня, по идее, не должен пробивать. Но пусть отделяется от всех, улетает. А этот тут закрывает зачем-то. Щиток надо вот сюда будет кидать. Ну, главное, чтобы мы не задизморалились, да? У меня 3 дизморали так-то. Вопрос, бить или не бить? Хорош. Хорош, не задизморалился. Я думаю, мы еще можем пожить. Давай сопротивление сейчас. И раз, и сопротивляемся. Давай. Брон, я верю в тебя, у тебя колье есть, у тебя базовое сопротивление, ты справишься. Да ну не, ну что за бред? 100 лет не играла в игру и еще столько бы не играла. Что такое? Это, кстати, если что, было 3. А, вот, так что, если что, у нас шансы еще есть. Мне надо, короче, ехать вперед. Плевать на этих скорпикор. Сейчас поедем всеми вперед. У него, правда, все быстрее. Ну, блин, у меня 12-й деф. 12-й деф. Он меня стрелками будет убивать. На сопротивление надеяться, это такая себе затея. Не очень. А, поехали вперед. Погнали. Я не боюсь, у меня 12-й деф. Блин, хотя там 7-я атака так-то. Но у меня еще броня, да, есть, так что я не боюсь. Интересно, что он решил вампиров бить. Так себе затем. Ну, конечно, одна. Что-то я даже не готовилась к стриму там. Нет, тут вообще-то гардероб разбираю.
Я решила, что запишу. Ну не, ему тут не выиграть. Только если змея будет постоянно дезморалиться. Только в таком случае он выиграет. Так, а сколько... Дьявол еще живет, да? Хорош. Да не, эту я выиграю. Мне кажется. Стрелка больно, конечно, но ему тут еще три стрелки, четыре. Ну, три стрелки сюда надо. Сюда я просто за столько раундов его убью. Я его убью. Ему здесь не жить. Мои, кстати, вообще не дезморалятся. Кому еще щиток? Вот этим ребятам. Джи-джи говорит. Сбегай. Сбегай. Так. Ну, погнали создавать. Хост тоже вроде меняется должен. Так. Ой. А это вот здесь. Вот так, да? Давайте смотреть, могу ли я сохранить. Так, а у него кто? Зилар. Это забывчивость, который, да? Блин, ну артефакты просто мое почтение. Мое почтение. Надежда вся на то, что там что-то будет интересное. Так, а гнули вообще могут выпасть интересно с рефьюг? Ну, армия так себе, конечно. Знаешь, ты землю не докачаешь. Эти маги. Ядрит. Книжка. Блин, жалко ее продать нельзя. Ну чё, ударки нет. Мы здесь проигрываем. Ударки нет. Для скорости оставим. Да. Но это мы проигрываем. Очевидно. Баллистика. Она в слоте, где герой должен. Прикол.
Интересно. Я не знаю, о чем мне тут. Я как бы с Т1-6. Первый, четвертый. Ага, площадь речения. Выше третьего нельзя. А, третьего и выше. Да елки-палки. Убрать преграду могу. Не знаю, хосту могу на кого-нибудь дать. Пока ничего, наверное, давать не буду. Ну, такое тут. Не знаю, балик затащит, не затащит. Два каких-то, блин, не очень парня встретились. Два не очень. Семь урона сюда. Сюда семь урона. У нас армия так-то похожа. Гарпии, арбы. У него големы покруче будут. Ну и у него еще вот эти есть. Крепкие ребята, а у меня что, глаза? Ну, папашки еще, да? Что, на сколько урон-то? 36? 36. Я не знаю, что мы тут будем, стоять или... Ну, по идее, мне, наверное, стоять надо и пытаться как-то стрелять, не знаю. Что дал? А, заглучить пески. То есть он тоже стоять планирует. Угу. Он тоже стоять планирует. Угу. Так, нормально урона внесли. Хорош. Ну, нормально урона. 12 нанес. Молодец. Молодец. Ну такая на самом деле на тоненького бита вообще. Там, конечно, статы получше. Хотя пятая атака против шестой защиты. И первая атака против второй защиты. Блин, забавно. Это забавно, конечно, получается. Ой, балик сильный, конечно. Он еще управляет баликом. Неплохо. Пойдет бить меня. Mm-hmm.
тут вот эти мне мешаются. Наверное, не хочу, чтобы они меня били. В ангела еще чуть постреляем. Вот это больно было. Задачку. Могу еще хосту на кого-нибудь дать. Не знаю, на кого надо. Жалко, у меня масла нет. Балик больно бьет. Тут я проигрываю, да? Может, я зря полетела дракон. Хотя, а что мне делать еще было им? Что мне еще им делать? Как-то нечего, да, больше? Жалко, что я на него щит не могу давать. Вот я умираю, да, скорее всего. 55, ну да. Ну, либо завтра умру. Я от него сбегать не могу. Давай хотя бы нанесем урон, 57 осталось. Ну нет, тут я проигрываю, скорее всего. Здесь я проигрываю. Ой. Что-то больное тут происходит. Балик имба. Что, 1-1 получается? Никак мне, да, тут не потащить? Не, балик имба. Так, поехали. Решаюся я. Я на красном буду, да? На красном это плохо, по-моему. Потому что там что-то, если остаются элементали, если что-то там, бла-бла-бла, какие-то сложные правила. Гунар, это плохо. Фьюр, ну ладно, Гунар на сейв, да. Ой. Блин, получается, загнали, всего лишь балик дают. Как-то слабенько. Блин, ну портам у меня, конечно, ну просто такая печалища. Нереальная печалища. О, джинны, кстати, классно. Джинны, кстати, классно. Есть адверсия, а есть сопротивление, да? Я не знаю, зачем огонь. Что-то какой-то кач у нас вообще ни туда, ни сюда.
Ни туда, ни сюда. Есть стрелочка, да? 90, кстати. Нормальная стрелка. Ну, вроде как более-менее. Надо бы его так сделать, наверное. Не знаю, кого только бафать. Кого бафать, непонятно. Кач, блин, конечно, вообще здорово, Гунар. Чё скачем вообще? Что скачем? Дьявол. 36 маны, 11 атака, дьявол, пегасы и кони, да? Это вот кого мы боимся. Так, а мы боимся пегасов? Мы, кстати, их боимся. Я не хочу под них подставляться. Кстати, вот так надо делать. Кого бафать? Вопрос. Минотавров? Или призрачных? Призрачных, наверное. Блин, я так и знала. От метеорки расставлялась, расставлялась, блин. Ладно. Щит. Ну ок. Ну я подумала, типа, на них не действует. Ладно. Ну, Джина я туда не хотела ставить. Ой, ну, короче, ну, бас на стримера. Понятно все. Просто ну, басина. Погнали вперед. Эти будут доходить. Ладно, давай, бей меня. Бей меня полностью. Главное, под коней не подставиться. Кони это жестко. Так, а дьявол убить. Вот конь страшно. Конь страшно. Надо бы как-то пегасов, да, убивать, чтобы джины походили. Да, будем пегасов бить. Развалятся они. Но они везде до меня достанут. Ну, давай отойдем, наверное. Да, кони тут что-то прям больно очень. Куда бы они ни въехали, будет очень больно. Надо, чтобы они не походили. Да, я придумала. Я придумала, как выиграть. Кони должны задизморалиться. Вот. Такой план. А еще...
А что еще? А у меня сопротивление еще есть, надо, чтобы я срезистила метеорку. А фиг вообще, этот резист не работает никогда. Никогда не работает. У меня продвинутая броня есть. Конь, не бей. Что-то пока у него выглядит сильнее. Что мы тут получим чуть? Да, через вейт. Здесь будем въезжать тогда всеми. Ну кем всеми? Особо и неким. Да как ты не выжил, чел? Алло! Насколько метеорка по этим наносила, кстати? А, у него больше нет метеорки. ГГ, чат, мы выиграли! Мы выиграли! И проходим следующий раунд. Сюда! Поздравляем! Сюда! Победку. Три игры сыграли, 2-1 выиграли. Ну все, получается. Шикарно. Шикарно. Может быть, даже выложу на YouTube тогда. Так что всем ютуберам привет. Уникальнейший контент. Только победы. Все, хорошего всем дня. Пока-пока.